реакции трибур понятно, что на льду английская пара. Стейси Кэмп, Дэвид Кинг. Опытнейшие спортсмены. Уже давно, уже очень давно выступают они вместе. После прошлого сезона они ушли от своих тренеров Мариуши и Дороти Зюдиков и уехали в США, где теперь тренируются под руководством Джереми Барретта, хорошо известного всем нам фигуриста, парника, который совсем еще недавно выступал в паре с Кэдди Денни. Сейчас он уже работает тренером и тренирует вот эту английскую пару. Англичане занимали 9-е место после короткой программы.
Ну что ж, начало было...